Усюши. Это 10. Где твой кошелек? Всем привет. И ось, дивись, ще, як тобі надо, воно якісь копійки в тебе лежать. Боже, такий срач на столі. А в кошельку у тебе немає нічого? Я маю сумку. Ось лежить. Блін, блін, Дашин. Ой, Дашин. Данін поводок. Дашин. Треба одежу перебрати і переповісити те, що ми не носимо, вже в шкаф. Да? Угу. То ти сумку з собою береш? А, ти ту сумку. Чуєш? Ти як... О, та там тебе хватить. Ну, ти все одно бери деньги з собою, чуєш? Угу. Друг, щось тобі там треба буде. Там хватить, де? У мене вже яйця закипіло. Наберешь меня? Может, я подъеду? Где ты там будешь? А? Угу. Ой, я так золотоволосая девчонка. Ладно, не буду ее сбивать, вот стоит. Считаю. Зранку. Сколько в проезд? 18, по-моему, да? А я не знаю, 15. Угу. А ну посмотри на меня, плачущая Мальвина. Трошки надо до косметику піде. Я понимаю, что ты умывалась и плохо смывается. А все почему? Потому что надо было вчера вечером умыться. Кто-то не умылся. Бубло впадло смыть косметику. Все, мовчу. Что такие? Я, кстати, тоже якось сегодня, глянь. Засвітило. Якась я сьогодні запухша. Я встала, дико. Я не знаю, нічого такого вчора і не їла, ні соленого, щоб... Чого воно? Все, в мене яйця вже киплять. Варю яйця собі і... Это, і зеленую гречку. Сварю зеленую гречку. Я варю 4 яйца. Сварю гречки, это мне яйца будут на целый день, и то, ну, я думаю, что еще и на завтра останется. Вот и гречечка. Мне сегодня Костя снился. Мой Костя, муж мой. Сегодня мне снился Костя. Уже так скучила, капец. Купила Даша вчера вот эти ее любимые, ядро соняшника, да? Дроже, ядро соняшника. Вот это ее любимые конфеты. Купила ей конфеты и этот. И здесь положила. Она их не видела и не ела. Забыли о них. А еще сегодня я хочу поговорить кое с кем по поводу пранка над Дашей. И у меня такие мыслишки. Короче. Ну, в общем, хочу ее пранкануть. И для этого мне кое-кто нужен. Вот, и сегодня буду советоваться. Как лучше это сделать. Ну, как советоваться. Расскажу этому человеку свои мысли. Согласится ли он на это, ну, в общем. Смацного, дочь моя, смацного. Если можешь сюда. Давай, пакетик еще. Ну, я поняла, что еще у нас. Я уже вижу. Приятного аппетита. Тебе сырок положить сверху? А ты знаешь, я вчера купила тебе ядро соняшника, сейчас телефон выпадет. И оно там положило, и мы о нем забыли. Бывает. Не, не напишу. А ты ничего на голову не забыла? Да. Уложила. Люди в черном. X. И провожалка Шида, конечно. Черная. Черная. Черная дамочка. Дамочка в черной одежде с черной собачкой. Да. Я тебя люблю. Бежи давай. Бежи. Не опоздаешь, нормально.
Ну что, здесь у меня, значит, салат, яичко и сейчас сделала, ну, типа, такую заправку до салата. Здесь сметана, творог, сушеный чеснок, соль и черный перец. Вот такая вот заправочка у меня. Ну и здесь зелень. Ну, то есть понятно, что здесь сейчас у меня будет гречка зеленая доваривается. И зелень. Салат. И яйцо. Я думала, может, два, но, наверное, одного мне. И одно яйцо. Наверное, сюда еще добавлю чуть-чуть кефира. 1%. Так. Можно будет чуть-чуть, наверное, еще досолить. О, это такое жиденькое. Можно будет полить салатик. Все перемешала. Салат не солю, потому что вот эта вот штука уже соленая. И вот так немножко польем. Мне почему-то, знаешь, вот так хватит. Достаточно. И сейчас будет еще гречка. И все. И это такой, можно сказать, с утра у меня основной прием еды, потому что в обед я уже, я понимаю, что надо, там, чтобы был какой-то режим, но я в обед могу вообще не кушать. А кушать где-то в 4, около 5 часов, и все. И потом уже я больше не кушаю, потому что за 3-4 часа до сна я не ем, а ложусь я примерно часов 10 спать. Ну, вот так и получается, что вот два раза в день я кушаю. Вот основной прием еды два раза в день. Это с утра я нормально ем. И там часа в 4, где-то около 5, все. И вот как-то так-то. И мне достаточно, то есть мне хватает. Единственное, что вот это вот я смотрю на вот это и вот это. И оно меня соблазняет. Но я себя стараюсь держать в руках. И пока у меня варится гречка, я вам сейчас покажу, как мы вчера с Дашенькой ездили в эпицентр. Вот. И, короче, так получилось, что я сгоняла назад обратно домой. И когда ехала, увидела Дашиных друзей, которые сидели на остановке. Вот. И решила сделать для нее сюрприз. И привезла их тоже в магазин. Ну, в общем, сейчас все увидите. Дашка была в шоке. Была очень рада. Такое сделала для Даши маленький сюрприз. Она не ожидала. Всем привет. Всем привет. Одинаково? Не. Да, в смысле? Вот тут чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, подивися. Ну, есть такое дело, да? Да нет. Ну, другую поверни ко мне, его засвечивает. А ну, повернись ко мне чуть. Ну, чуть-чуть другую. Вот снизу. Тут? Нет, снизу. Снизу? Так я ж уже дощипала снизу. Нет, там чуть-чуть вот снизу. Вот это? Да. Уже, ух, как больно. Зато бесплатно. Теперь у нас уже Даша сама себе щипает бровки. Я уже ее не щипаю. Все уже. Короче, щипает, делает себе больно и все это закусывает шоколадом. Да? Одиноко. Пуделек. Одуванчик. Нет, тебе прикольно, конечно. Такое пушистое. Thank you.
стоит, стоит. Подгоняет меня, слышишь? Что ты меня там подгоняешь? Что вроде бы упало. Дашка, что ты, говорю, меня там подгоняешь? Гупсток. Гупсток. А, как-то, блин, прохладно, не? Да. Холодно, очень холодно. Холодно, холодно. Очень холодно, холодно. А мне нормально. Но если бы не ветер, то было вообще идеально. Скажи, молоко. Да. Ой. Ой, боже, ты как подожди. Я что думаю? Что? Завелась, слава богу. Давай вот эту штуку отцепим. Что? Она меня кумарит. Она... Куда ты едешь, машина? Куда ты едешь? Сейчас прогреемся. Она меня кумарит, нет? Чего ты ж ставила? Ну, не знаю. Хотя, ладно. Хай постоит. Куда мы едем? Куда мы едем? Куда мы едем? Куда мы едем? Мы едем в эпицентр. Да не отрывай, алло, я же сказала, пускай постоит. Уже тяне, блин. Наш, а что мы просто ее держали? Вот камера, она. Ну вот так повернуть, все. Все. Ну что там? А тебе не видно красиво, давай. Нет, так видно. Уже недовольна сидить. Чего ты недовольна уже сидишь, а? Все. Меня нет. Я ушла. Все, я выключаюсь. Ой. Глянь, сидит, вычесывается, вычесывается. Дочешися. Одуванчик. Одуванчик выходит. Одуванчик, говорит, одуванчик выходит. А я говорю, глянь, говорю, чешется, чешется, говорю, одуванчик. Да не надо и так у тебя. Одуванчик ты мой. Даш, у меня для тебя... Сюрприз. Пошли, покажу. Так, стой. Потому как я не знаю, где это находится. Поэтому погоди. Пошли, пошли, пошли. Идем. Не боись, не боись. Боюсь. Ну, ты будешь в шоке. Сейчас. Жди. Не спеши. Дальше. А, стоп. Назад. Пошли за мной. Иди за мной. Иди, иди вперед. Прямо, прямо. Иди, иди. Я привезла отажных друзей. Иди, иди. Прямо, прямо. Иди, иди. А, вот. Иди сюда. Владочка! Он даже в шоке. Вот так. Вот так. Я в шоке. Я в шоке. Ты не нужен. Чешир. Все, мое едло готово. Гречечка, салатик, и я уверена, что это просто обалденно вкусно. Горячее. Сегодня у меня просто обалденный завтрак. Очень-очень вкусный. Это очень вкусно. Правда, выглядит, что такая гора, да, много. Но... Это салат, это не, ничего тут же такого. Я думаю, то есть овощи можно кушать сколько, ну, сколько хочешь, да? Яйцо я не очень хочу. Ну, может и съем. Потому что надо же откуда-то организму брать энергию, правильно, на целый день. Заправка к салату вообще обалденная. Да. Кто сейчас кушает? Приятного аппетита!
Но это вкусно. Кстати, читала очень много ваших комментариев. И мне посоветовали посмотреть одно видео. Ну, не видео, а блогерша, она снимает вот всякие рецепты. Всякие рецепты, что понижает сахар и что можно кушать диабетикам второго типа. И что я высмотрела. В общем, берешь тыкву, там 100 грамм тыквы, на блендер перепускаешь. Я, может, даже сейчас это сделаю, покажу вам. Перепускаешь на блендер, добавляешь воды и это выпиваешь. И, короче, говорит, что вообще сахар просто на ура уходит. А тыква у меня у нее есть. Я хочу ее еще запечь. И, кстати, да, сейчас сделаем с вами тыкву, заблендерим. Но мне кажется, что придется потом сидеть на унитазе, если с водой тыкву сырую, не вареную, сырую. Да? Мне кажется, это будет действовать как слабительное. Можно попробовать. Потом расскажу. Эксперимент, блин. Провожу на себе эксперименты. Ну что, у меня здесь тыквенное царство. Вот это будет запекаться в духовочке. Это мне хватит на много. Я не знаю, может, я, конечно, много делаю. И нужно было вот половину положить в морозилку. Но мне кажется, когда она перемерзнет, то уже у нее не будет этих полезных веществ. Вот. Так что будем есть. Я ее поставлю в холодильничок и буду с ним балдеть всю неделю, наверное, тут мне не хватит. Дальше, сейчас буду делать, блендерить и то, что говорила, с водой тыкву. Потом расскажу эффект. Ну, мне кажется, я, ну, хорошо прочищу себе кишечник, да? Потом расскажу, сколько раз я его чистила. Шуткую. И дальше, на обед у меня будет тыквенный суп. Сейчас варить не буду, просто уже почистила, вот такими дольками порезала, и я сварю, и где-то часа в 4 у меня будет следующий прием пищи, вот такой будет, потом покажу. Але, что хотела сказать? Я хотела сказать то, что вот эта смесь, такая, как я сейчас делаю, пьется натощак. Натощак. Ой. Такая что-то... Ну, что я скажу? Нет ничего невозможного. Все можно съесть и выпить. Знаешь, я когда свиньям намешали в селе, мене Васильович свиньям таке дає. Господи, або я щось не так зробила, або я не знаю. Mm.
ще супу поїмо з вами вечором. Супу ще вечором поїмо. Я вам ще потім про суп розкажу, він добрий чи не дуже. Пить я не буду цього. Я просто, блін, я не знаю. А взагалі, знаєте, є люди сироїди. Ну я не з тих людей. Сироїди, так? Да? Їдять все в сирому виді. Жесть. А що його так взяв залпом? Красиво на цвіт зато дивіки. Да? Ні Богу. Я не знаю. У мене таке разнообразие появилось в питанні. Ну ладно. Пішла я варить. Ой, варить, господи, варить. Варить суп. Пішла я, короче, робить відео. Тиква хай запікається далі. Наїлась, напилась. Вкусненьким. Хорошо покушала сьогодні. У мене завтрак просто чудесний, очень вкусний. Закусила. Даня, що таке? Що таке, зайчику? Пішли робити відео, диві, лізе до мене, момін. Момін, зайчик. Пішли робити відео, помічник мені. Пішли робити відео.